В этом видео я хочу поговорить о современных школьниках. А перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать секретный телеграм-канал, в котором раздают бесплатные деньги и айфоны. Автор канала — крутой хакер, который на изи взламывает букмекерские конторы и сливает телегу все годные ставки. Этот канал даже пытались трижды заблокировать, но он все равно избегал блокиров. Ссылка в описании. Наверняка вы когда-то были школьниками, а значит, что учились в школе, как когда-то учился и я. Благо, это время прошло, потому что школу я закончил еще в 2018 году, отслужил в армии и теперь стал совершенно взрослым молодым человеком, который сам себе зарабатывает на жизнь, а не стреляет деньги у мамки. Еще в 2017 году я стал замечать появление у нас в школе тех самых неадекватных школьников, да-да, тех самых, которые бегают по улице с тремя колонками JBL, на самом деле не являющиеся оригинальными, одевают паленый шмот, выдавая их за настоящий, а затем выкладывают в Инстаграм фотки, типа это настоящий бренд. Да-да, так мы тебе и поверили. Явно, что этим детям уже ничем не помочь, ведь они все свое драгоценное детство тратят на дегенеративный ТикТок и Инстаграм, которого, когда я был школьником, а это 2012 и 2015 год, еще не было. Лучше бы они в игры играли на компьютере, чтобы координацию, логическое мышление там развивалось, хотя игры-то уже сейчас не те. Ведь они скатились еще в 2014, когда у меня начался пубертат. Вспомните Far Cry 3, который вышел в 2012, кстати, где аптечку не просто можно в магазине купить, а все как в жизни, надо сначала найти нужный цветок на карте, срезать его и скрафтить из него аптечку. А вот в четвертом Far Cry, который вышел как раз таки в 2014, когда игры стали потихоньку скатываться, аптечка создавалась автоматически. Никаких трудностей. Может вам пойти работать, как я в свои 14-15 лет, и не выпрашивать деньги у родителей, а наоборот, этим родителям помогать. Как минимум, прислушайтесь к совету человека, который отучился и отслужил в армии. Этим современным школьникам вечно подавай туториалы. Алло, может вам еще и туториал о том, как прыгать по гаражам записать? Хотя современные дети даже не знают, что такое гараж. Вечно в торговых центрах сидят в телефонах. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Ведь я застал то время, когда вся эта движня с колонками, энергетиками, палеными шмотками стала только зарождаться. То есть я видел еще до того, как это стало мейнстримом. Кстати, этого слова тоже тогда и не было. Ладно, если бы они одевали паленые шмотки и ходили тихо, не выпендрились, но нет. Они еще и колонку с собой прихватят, чтобы точно на них все посмотрели. Я же вот, например, не хвастаюсь тем, что у меня появился новенький iPhone 12 mini. И своей пятой плойкой, которая стоит сейчас, правда, без дела. Ведь я очень много сил времени вкладываю для записи ролика, так как количество подписчиков на моем канале перевалило уже давно за миллион, а суммарное количество просмотров уже за 130 миллионов. Но я же не рассказываю об этом всем подряд. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить мои поучительные ролики. Ведь в школе вам таких знаний уж точно никто не даст, тем более с нынешней системой образования, которая делалась явно не самыми умными людьми. Хотя я в этом все равно ничего не понимаю, а просто слушаю разговоры родителей, а потом рассказываю в своих видео их сугубо личное мнение. Но это только мое личное мнение и сугубо субъективная позиция, так что, пожалуйста, не осуждайте. Ведь каждый человек вправе выражать свою сугубо гражданскую позицию в интернете, и никто... Да заткнись ты уже, ёб твою мать, а! Дед, ну чё ты, я тут записываю просто видео. Какие видео? Делаешь помидоры подвязывать, придурок мелкий!